Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 30 августа». Появилась информация о том, что в Херсоне ударили по скоплению россиян в районе авторынка, где у них был госпиталь и стоянка техники. Также появились кадры уничтоженного сегодня с утра штаба оккупантов в Херсоне. Данные кадры прилагаю к своему видео. И еще сообщалось о мощных взрывах в районе Антоновского моста. Также есть фотография с доказательствами прилетов по данному мосту. Поднимаются клубы черного дыма. И ранее сообщалась информация о том, что переправа, которую пытались построить оккупанты, тоже уничтожена ракетными ударами. Примерно в 12:30 была информация о взрывах в Севастополе. Предварительно сообщают о том, что сработала противовоздушная оборона, сбили украинский беспилотник. Также по некоторым источникам сообщают о том, что вооруженные силы Украины уже подбираются по второй линии обороны. Напомню, еще вчера первую линию обороны наши военные уже прорвали. Сегодня сообщалось о боях уже в самом Херсоне. На протяжении долгого времени шла перестрелка. Вот подробностей пока никаких не сообщаются. Наши власти сообщают о том, что нужна информационная тишина относительно событий, происходящих в Херсоне. Я на связи, как информация будет обновляться или появляться, сразу же буду сообщать. Не забывайте подписываться. До встречи. Всем пока.